Всем доброе утро. Видите, я уже встал. И сейчас медитирую и сажусь за комп. Сегодня прям будет, я чувствую, хороший день. Я записался сегодня на вебинар. К сожалению, это онлайн-вебинар, но все равно, как бы, почему бы и нет. И вебинар будет Евгения Черняка и Александра Слобожена. Кстати, ребята, начал по утрам пить. Зеленый чай. И знаете, он сильно помогает от сонливости. Знаете, когда я проснулся и сразу спать хочется дальше. Но понимаете, что нужно вставать. И как раз зеленый чай приходит на помощь. Я слышал, что в нем чуть больше кофеина, чем в кофе. Но кофе мне абсолютно не нравится по своему вкусу. И само, там, допустим, энергетики пить. Ну, вы сами понимаете, как бы, надо беречь свое здоровье. И вот как раз приходит зеленый чай на помощь. Я, кстати, его уже тут выпил, целый чайничек. Как бы, но если вы будете собираться его пить, ну, то есть, там, не просто в чашку заваривать и там и одну чашку пить, а если вот так вот, то советую вам не пить его сразу. Вот я имею в виду то, что вы там выпили вот, допустим, чашку и сразу же наливаете обратно. Делайте, так сказать, передыхи где-то в час, можно где-то полчаса, потому что у вас сильно подскачет давление. И вот и вы будете, знаете, как будто много энергетика выпил. Ну и это может, я так думаю, привести к плохим последствиям. У меня вот только что была конференция в школе. Нас позвали всех там 10-11 классов на конференцию. Там рассказывали про всякие, ну там, университет. Представлял, рекламировал себя. Это там университет по финансам, там еще, ну вот, по дизайну. И знаете, я такой думаю, вот именно в такие моменты нужно повторять себе то, что нужно слушать только тех людей, которые добились того, чего ты хочешь добиться. Их нужно слушать. See, really tryna hold it down. And if you up now from the lost and found, and get your hands up high and your shoulders down, and say, we could turn the whole world around. I'm in the backseat, really tryna hold it down. And if you up now from the lost and found, and put your hands up high and your shoulders down, and say, 6:50, буквально через 10 минут уже начнется вебинар. Так что я пошел готовиться и смотреть вебинар. Fourth year in the promised land. Watch it, I promise, man. If you ain't looking close, we gon' look like an industry plan. Flex it, I really can't. The truth is a higher plan. I'm walking with the sun so close, I'm on fire, man. Burning up, I'm so OT with a go-go team. Знаете, ребята, сегодня был такой заряженный прям день, очень, вот прям очень. Я сегодня встал в 5:30. У меня на этой неделе еще и каникулы. У меня на этой неделе каникулы, я решил, как бы, чтобы эти каникулы провести максимально с пользой и начать, ну, по крайней мере, на этих каникулах вставать чуть раньше, в 5:30. И с 5:30 на ногах это вообще так заряжает, и к концу дня ты вымотанный полностью, хочешь уже отдыхать, и тебя завтра ждет опять очередной насыщенный день. Почему насыщенный? Потому что ты понимаешь, для чего ты делаешь действия и для чего вообще ты это все делаешь. Это такое офигенное чувство, когда ты целый день занят
Это прям, ну, ты не бездельничаешь. Вот ты не бездельничаешь. У тебя есть дела, ты записал это все в, я не знаю, нотатки там, допустим, ну, в заметки, и выполняешь цель, задачу за задачей на этот день, на который, те задачи, которые ты поставил на этот день, выполняешь, и прилив энергии. Что, ребята, это прям, это невероятное чувство. Я пойду спать. Вам тоже желаю спокойной ночи, продуктивного дня, желаю вам завтра. И да, и думаю, все. Это, в принципе, все, что нам, все, что мне, все, что вам нужно. Так что всем пока.